выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. 7 мая в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне волонтеры объединения подростковых клубов «Октава» при Комитете по делам молодежи организуют патриотическую акцию «Георгиевская лента». Символ военной доблести и славы можно получить, ответив на простые вопросы об исторических событиях нашей страны. Активисты призывают нефтекамцев бережно относиться к этому знаку памяти. Акция пройдет на Аллее Трудовой Славы и в Сквере Победы. Начало мероприятия в 14:30.